Так, всем привет. Моя чистка зубов закончилась. Начинаем чистку зубов, любимый. Всем привет. Тут я лохматый. Привет, Украина. Здарова. Приветос. Тюмень. Мирослава. Конечно, наращиваю. Вы думаете, с такими рождаются? Хотите такие куки? Должен быть специальный доктор, который сделает правильно все это. Привет Якутску, Донецку, Минску, Челябинску, Волхову. Такое гигиеническое чистка зубов, где специальной щеткой, специальными ниточками, потом ультразвуком все аккуратненько делают. Как можно записаться на индивидуальные тренировки, пишите в ВК, в личку. Либо Жене Хайтовичу, он свяжется по всем вопросам. Киргизия, привет. Привет. Аня вообще работает? Работает. Привет, Мордовия. Домодедово. О, Андрею Лишникову передать привет. Передаю. Привет от Ахмадеева Решата. Салам. Иркутск. Сколько стоит единица? Единица чего? Привет, Афигиш Поколюбов. Привет. Вогда. Да он такие зубы сделал, да? Лет, наверное, уже как 10. Как Яшенькину в гости? Не знаю, теперь уже когда позовут, потому что у меня через неделю операция, потом еще через 2 недели после этого к Мише, а там уже будем смотреть. Калининград, привет, за Уралью. Какой вес? Маленький, ешь после болезни. Похудел, 117. К Мише, 5, 6, 7 марта. Воронежу, привет. Целоваться с женой удобно? Не просто удобно, а шикарно. Ты глаза красишь или тату? Какая операция? На все. Мое чахлое, хлипкое тельце. Чем еще раньше увлекался? Не знаю, всем. Как отношусь к витамину Optiwoman? Это Optimum Nutrition. Нет витаминов для мужчин и для женщин. Так как витамины средненькие, неплохие, нехорошие. Передать привет Грише. Кем работал раньше? В охране. Машину водишь? Вожу. Не скучаешь по Пхукету? Скучаю. Как можно не скучать? Что за операция? Ну, разная операция. Метаморфоза. Делаю себя красивее. Привет, икры лучше растут от больших часов или от много повторки, а вот это на самом деле у каждого по-своему. Сколько стоит чистка зубов в Питере? Ну сейчас в клинике стоит ЦАЦКС 2500 рублей. А сколько стоит вообще, вас спрашивают, Гена? Слушай, мне 3,5. А так стоит 3,5 без акции. Как убрать бока? Это длинный вопрос, это больше гормональная тема, нежели чем тема тренировок. Поедем ли в следующий год в Тай? Поедем. В каких войсках служил? Ни в каких. У меня были сборы после института. Как похудеть в ногах? Хороший вопрос. Помимо аэробики, это все-таки правильное питание, а все остальное – это уже больше тренировочный процесс. Смотрите лайф-журнал для девушек. Там достаточно более-менее все написано. Какие сборы были? Полуторамесячные в комендатуре города Выборга. Я же заканчивал ЛИИШТ. Откуда родом? Из Санкт-Петербурга. Кто передал привет Домодедово, тебе тоже привет. Так, привет Иркутску. Почему возникают судороги, чтобы пропить, что не сводило ноги? На самом деле растягивать ноги после тренировки, то есть делать растяжку на икры, на квадрицепс, на бицепс, бедра. И пропивать либо панангин, либо что-то с калием, магнием. Передать, пожалуйста, привет Сане Ковалеву из Краснополя. Передал. Долго ли ждать этого результата? От вакуума делаю его 2-3 раза в неделю. 2-3 раза в неделю надо делать каждый день его, часов по 6, раз по 6. А эффект достаточно быстро, часа через полтора. Спасибо. Ну, мне эта майка не нравится, остальные все стирки. Можно ли беременным заниматься? Разумеется, можно, но здесь есть ряд ограничений. Надо понимать, какие ограничения есть по гинекологии. Ну и, соответственно, по тренировкам там тоже есть ограничения. Привет. Так. Опа. Меняем картинку. Во сколько Аня на работу ходит, если вы тренируетесь в 9-10? Аня, я так понимаю, работает на себя и, соответственно, работает дальше днем и до вечера. Ну, я тогда классный был, сейчас классный. Ну, конечно, жена. Как вы думаете, что это за другая, может быть, девушка в кресле у стоматолога? Полей меня критикует на каждом углу? Нет, Полей меня рекламирует на каждом углу. Вещей бесплатно, так что можно только сказать ему спасибо.
Я стоматологию тоже обычно не люблю, но мне везет с врачами, поэтому все нежно, аккуратно, красиво и безболезненно. А самое главное, что на ближайшие полгода все будет вообще шикарно. Если принцесса откладывается жир на боках, то какого гормона не хватает, какой в избытке? Здесь еще же ведь на самом деле дело в строении позвоночника, как правильно вообще двигаться весь позвонок, потому что ведь эта генетическая зона значит достаточно неподвижна. Плюс гормоны сколько? Скорее всего, эстрогенов должно быть больше. На провахтин посмотреть, тут целый ряд проблем, которые могут быть с этим связаны. Ну, это так. Маленький утренний день. Передать, пожалуйста, Саше из Краснополя привет. Передал. Не хочешь Валерий ответ записать? Он очень перебарщивает. Нет, он же лично мне ничего не говорит. Как Сергей Николаевич лично мне тоже ничего не говорил. Может, мы еще увидимся с Полеем, и он тоже мне ничего не скажет. Зачем же тогда говорить какие-то гадости друг другу заочно? Привет, крайне как часто можно тренировать икры, быстро восстанавливаться. Икры – самая быстрая мышца, которая восстанавливается, ее можно качать, ну, практически 3-4 раза в неделю точно. Кушали суши? Да, люблю. Да, конечно, с кем был знаком? Практически ни с кем. Ну, есть камера на меня, ладно, на виду. Какая у меня машина? Opel. Пока Opel. С кризисом. Привет, Иркутску. О, Кронштадт, это уже рядышком. Привет. Ну, видимо, Полею так хочется пиариться. Либо у него настолько внутри все сильно наболело, что он имеет право все это выводить вовне. Имеет же право? Имеет. Нет, Вадюк, я не думаю, что чего-либо боялся. Просто не видел смысла говорить что-либо в лесу, потому что то был пиар, а это не был уже пиар, это была личная встреча. Был ли Камень в Ставрополе? Нет, я не был. Когда в Краснодаре? Не знаю, все может быть. Как минимум летом собираемся к друзьям в Северную Осетию. Хотел бы Land Cruiser 200? Нет, не люблю я джипы, я люблю больше маленькие машинки. Как Соклеев Гюас? Мишка здорово, все хорошо, он уже подвыздоровел. Передать привет Артему Ютереву, Ставрополь привет передает, привет из Германии, Германия привет. Был в Екатеринбурге, ребят, вообще почти недели не было, Питер, Москва, и когда-то в детстве был за Мурманском, за Полярным кругом, все. Сколько на 200-м ездил? Ну, ему положено, очень тяжелый ответ. ВК есть страница? Да, я есть везде. Привет Беларуси, привет Америке. Я думаю, столица Беляков при встрече. Не знаю. У него, наверное, другие интересы. Насколько стоит начинать подготовку к соревнованию, смотря какие соревнования. Можно ли дать гильзу без операции? Нет, нельзя. А при Благовещенске. Планировали в Москве семинары, возможно. Кукик у меня это надо к доктору. С Михаилом Владивосток. Это, блин, конечно, очень далеко. Я не знаю этой фирмы, о которой вы говорите. Если фотка, где я молодой, ну что, на этой фотке я уже старый. Кошмар. Со скольки лет начал тренироваться? Ну, наверное, где-то с 13. Что за видео со мной про стероиды? Надо спросить у сотрудников ГНК. Это же их видео. Где я нахожусь? В клинике стоматологии. Сколько мне лет? 18+. На какие темы собираюсь проводить семинары? Пока никакие, потому что, ну, это не моя специфика работы. Поговорить всегда есть о чем, но это уже не мне устраивать мои семинары. Нет, деток у нас пока нету. Судимости есть, нет, судимости нет. Привет из Грузии, пью с утра вино. Хороший план, но вряд ли так утро будет нормально начинаться. Кем работаю? Тренером. А что-то у меня только зелененькие и оранжевенькие, интересно, сердечки идут, а розовеньких нету. С Кокляевым будет задуматься в Москве, будет познавательно семинар. Мы поговорим об этом с Мишкой. Да, чистка Зубогова. Да, жировая складка может и не убираться, а вот живот – это больше проблема диафрагмы у многих. Сколько жене лет, как и мне, 18+, даже чуть меньше. Хотите детей? Пока не думаем. Сушиться к лету, возможно, но не в профессиональном плане, а так. Почему такой загорелый? Я, наверное, красный, потому что лежал. Как считаешь, упражнения для глаз улучшают зрение? Да, улучшают однозначно.
тренировал девушку Аня, она будет выступать у нас в чемпионате Санкт-Петербурга по бикини. Какое давление? Нормально, 125 на 75 где-то. Ну что же такие, интересуетесь, сколько мне лет? Лет столько, сколько в паспорте, а паспорт всего лишь бумажка. Зефир такие же сладости, как все остальные. Сахара там, если не ошибаюсь, около 75 грамм на 100 грамм продукта. Саня завис? Почему? Ну вот видите, вам отвечаю, 36. Что за чистка зубов вот в инстаграме, так это супруга меня сделала, пока я лежал с закрытыми глазками. Не, мы зубных уже не боимся, они у нас все добрые, нежные, ласковые, заботливые. Сколько стоит поставить клыки, не знаю. Наверное, около 1000 долларов. В эфире белки и жиров ноль, что вы имеете в виду? У меня первый брак нет. В эфире? Нет. Не знаю, что пишет по поводу жиров. Жиров, возможно, ноль, белков тоже, возможно, 2-3 грамма, а вот углеводов там очень-очень много. Ну что, на сегодня мы чуть-чуть поперископили, и этого хватит. Следующий перископ устроим завтра, либо сегодня, когда пойдем в кино. Так мы вчера не сходили. Челябинску привет. Что считаешь долгой популярностью? А у меня есть популярность, даже не знаю. Понимаете, конечно, понравилось. Все, всем до встречи, всем пока. Пока.